Продолжаем движение. И образ тупиков это обратно проходит прямо. На втором тупиков. Нет, надо же слева была же направо поворачивать. Втором тупиком это обратно поворачиваем направо. Держитесь левее. О, я умер. Что там было? Это был этот. Проезжайте там дальше. Это был этот. Я забыл, как эта штука называется. Держитесь левее. Карта? Ага. Остань попутка на обочине, перестраиваемся в крайнюю правую полосу. Что-нибудь обычное? Держитесь левее, затем продолжайте движение прямо. Двигайтесь прямо. Вот это там куры летает. Вот я тоже обратил внимание. Впереди туннель, возможно, лагерь. Головастик подрезал, он упал на вверх, на левую. Я записал. Меньше 50 проехали. Все нормально, да, не значит. Саш, двери-то открой, блядь. Саш, дверь открой. Микрофон выключи. А это может Саша обращение. Бля, что-то кнопка залипла. Дверь меня забили. Шкода подрезала, авария. Шкода к вам несется, осторожно. Поверните на него. Не увидел, нет. Сейчас увидим. А что там грузан за пределами карты забыл? Держитесь правильно. Да не слышно уже. Да ладно, внимание впереди. Ну там тело просто сам сначала пошутил, поэтому это было слышно. Не, Роман, кстати, тут, ты охуел, да, блядь? Тут не совпадение, вчера то же самое было. Из-за того, что перенесли немножко вот на 7 часов. Колонны, внимание, встречка. У меня, знаешь, насколько? По нашей полосе едет. 800 мегабайт. Репорт на 940. Нет, скачается. Обновление на 800 мегабайт. А что так мало? Использую, да, но с разрешением либо высшего руководства, либо при каких-либо больших мероприятиях. По-моему, вообще их нельзя. Не надо меня таранить. Проблесковый. Там полицейские. Впереди туннель, возможно, там громко. Проблесковые маячки, именно оранжевые, могут использовать только... Что, развалилось очко, да? Алло, кто про попутку? Все готово. Приятной поездки. Да мы тут сами останавливаемся. Приехали, блин. Что случилось? Не знаю, это будет долго. А
светофоре поворачиваем направо. Вот 5.49 какой-то неадекватный. Остановился на светофоре. Принял. Приготовьтесь к повороту после налево. После светофора перестраиваемся в левую полосу. Поворачиваем на Т-образном с компании, поворачиваем налево. Паркуемся все в одного. Поверните ждем налево. Сигнала на парковку. Расчет нового маршрута. Это сейчас все нормально. Бывают такие ники, знаешь, не читаем, нужно проще номер назвать. Хотя с другой стороны, можно было бы написать, например, синим цветом Imperial, а за место Imperial поставить цифру. Ну, чтобы цифра была именно в нике, а не в... Оп, авария, смотри. Нет. Потому что ник меняется, типа там... Интересная такая шняга, мне нравится. Тут мы разложились. Там попутка поехала обгонять, а встречка была. Двигаться можете? Догнал. Круги сколько? 60. Смотри, там по встречке что-то пилит. Колонну все догнали, никого не потеряли. Ну я вижу почти все. На аварийка забегал. 80. Сейчас съедете. Занимаем правую полосу. А вот этот паровоз не лагал, кстати. На круговом ушли на третьем сиде. Затем поверните направо. Этот паровоз приехал. Далеко не надо. Правильно. Немножко черный юмор, но блин, зато он правильно. Похуй, за пришлось скорую, скорая собака, так скажем. Не, ну там может быть другой момент.